Делегация Госсобрания Ил-Тумен Республики во главе со спикером парламента Александром Жирковым работает в Мирнинском районе. Сразу по приезду в столицу Алмазного края народные депутаты встретились с руководством Мирнинского района, депутатами райсовета и руководством Алроса. В целом, в ходе рабочего визита парламентарии побывали в поселках Светлый, Арылах и Чернышевский. В программе также было намечено посещение Чернышевского рыбоводного завода, каскада Вилюйской ГЭС, объектов компании Алроса, карьер «Мир», рудник «Интер», фабрику номер 3. Центр сортировки алмазов. Кроме того, делегация парламента ознакомилась с работой учебных организаций Мирнинского политехнического института, Мирнинского регионального технического колледжа, Светлинского индустриального техникума. Сегодня в районе проходят выездные парламентские слушания Ил-Тумен в Мирном с участием премьер-министра Галины Данчиковой. Масштабный рабочий визит парламента в Мирнинский район инициирован самим Госсобранием Ил-Тумен.